человеческой плоти. Последний участник разминки на наших экранах — Бриан Жубер, француз, который буквально готов был покорить Европу всего лишь несколько дней назад, несколько недель назад на чемпионате континента. А потом вдруг выехал на Олимпийские игры, и тоже что-то у него не заладилось в его, конечно же, прыжковой части программы. Несмотря ни на что, несмотря на то, что ошибку можно сделать в любом элементе, мы еще помним времена, когда 3 года назад Алексей Ягудин и с ласточки умудрился упасть. Но прыжки – это главная загвоздка, безусловно. Жубер катается под музыку Эннио Морриконе, называется она «Миссия». И прыгает четверной, после него делает троечку.
хочет еще немножко попрыгать. Вполне понятное чувство, когда многое не получилось, но ты ощущаешь, что на самом деле можешь это сделать. И если вы попросите его сейчас исполнить пару четверных, я думаю, у него получилось бы. Именно благодаря своей комбинации с четверным тулупом, в принципе, он и выстрелил на чемпионате Европы. Конкуренция там была не ахти какой. На первых ролях, конечно же, были Алексей Ягудин и Александр Апт. А Бриан Жубер выдвинулся вперед в квалификации и потом в короткой программе. Ну, квалификация, само собой, там никто особенно себя не утруждает элементами. Катаются все потихоньку, а у Жубера достаточно техники, чтобы в квалификации оказаться на хорошем счету. Вот он там был вторым, потом отпрыгал все в короткой программе и, конечно же, держался на очень высоком уровне. А потом произвольно исполнил на 6-е место. Другое дело, что благодаря квалификации и короткой программе это 6-е место не отодвинуло его дальше бронзовой медали. Но это был пока самый звездный час для француза. И к Олимпийским играм он, мягко говоря, не готов. Но французы довольны своей судьбой. Я имею в виду саму федерацию. Также, впрочем, вовлеченную с недавних пор в очередной скандал, который неизвестно, чем обернется в танцах. Французы довольны, что у них есть молодой совсем человек, за которым тоже какая-то часть будущего, безусловно. Бриан Жубер, между прочим, переместился он на место номер 14. То есть на данный момент он второй, а после всех прокатов, всех произвольных, наверное, будет 14 вместо 17, что, согласитесь, тоже прогресс.